Mamy papery. Чего, маме? Нет. Ничего выложит тебя. Кем у тебя никогда здесь и не был. Так, вот пройти теперь можно. А что, барахла было много? Да. А какого года этот дом? 57-го. 57-й год? Да. Все, это я еще говорю, эта рыба уже лет 5 лет. 5 лет этой рыбе? Это ж прикольно. Смотри, у тебя какие комнаты большие. Так а здесь вы жили когда-нибудь или нет? Я здесь с первой бабы, блядь. Вон, видишь, какой фунт Данича там. Вот, тут тоже надо еще. Блядь. Посуды сколько у вас? А? Посуды, говорю, сколько? Где? Вон. Ну да не говори тут. Вон, одних тарелок. Здесь летом пиздаться, но я здесь жил, честно всего. Вот, да? У меня вот эта комнатка. Помнишь, что такие обогреватели были кругляк, так вот там и со штырьком, со спиралькой. Ну да, да, давнишний. Вот я здесь жил до минус. На улице минус 10 было, мы еще здесь жили. Единственное, да, туалет у нас ведро здесь стояло. Угу. Ну, комната, знаешь, там она стеснялась еще первое время, я с ней познакомился, то осенью уже. Ага. Сам главное, я ее здесь оставил, сам уехал на рыбалку на 3 дня. С мамой все познакомил. Ага. Но она после такой пьянки была, что на 3 дня, вот я ей то, что в воду оставил, в канистре 5-литровой, она не жрала, нихуя не вина. Так вы с ней напились, что ли? Ну, она пьяная подцепил. А, по пьянке. Интересно. Здесь видишь, вот излом пола. Сейчас. Здесь все заебись. А ты сносить этот пол будешь весь? Вот, я сейчас сделаю, вот, дай, вот до сюда. Вот так вот. Что, где надо доски поменяю, там где надо, ну, наш шлак весь вывести. Может даже, ну, шлаки крысы, сука, живут. В шлаке крысы живут? Да. Минвать им не особо. Вот сделать хотя бы вот эту, вот здесь перегородку сделаю с дверью. А эту стенку, вот это все под снос, вот это под снос, это под снос. Здесь будет такая одна вот такая вот, как ходишь, грубо говоря, вот отсюда. Будет большой зал. Вот так, ну, да. Здесь вот, единственное, столбы будут стоять такие декоративные. Так что как так. Да ничего. А? А вот сядим, общаемся. Сядем, общаемся. Да, все вместе, семейно. Да. Поливаем. Какой чай? Ты сама видишь? Фигу. Зеленый. Ага. Ага. Да ничего, потихоньку. У вас как там гора? Виталий, а какого года мотоцикл вот этот? 67-го, что ли? Конец 60-х, да? Ой, бежи, 70-го.
71-го. А, 71-го? Это тот 67-го, там еще второй есть. Как и где? Ну да, там в другом гараже стоит. А, в другом гараже. Здесь он с коляской, он тут даже привод на коляску есть. Привод на коляску? Вон кардан торчит. А, да. Пошел нахер, короче, пускай хоть на дачу тащит его, куда хочет, не насрать. Ну да. А вот. О, здорово. Здорово. Как дела? Да нормально. Сейчас занимаешься? Да Виталик камеру ремонтировал мне. Заклинил гимбал, вот он мне продувал. Ну, что, вот. Навигатор? Ой, нет, это редисат? Нет, ну это камера. Ну видишь, я шевелю, она плавно ходит. Нет. Вот, а там пыль попала. Полки, блядь, и не туса, блядь, еще полки не взял. Нихуя, он просит пятерку. Слышь, блядь, полки, блядь, нормально борта там. Да? Бери нахуй. Да. Денег даст.
Хорошо. А я тебе сейчас покажу, соседка. Ты что там пьешь такое? Воду. Воду? Я думал, кока-колу. А только так приходится убираться из своей комнаты, если у тебя там огромный срач. Ну да. Убираться-то хочется или не очень? А? Убираться хочется или не очень? А мне тоже не хотелось никогда.